Сплавом по реке отметят окончание учебного года кадеты Ханты-Мансийска. 20 школьников от 13 до 17 лет будут сплавляться на катамаранах по реке Чусовая. Школьники преодолеют маршрут, пролегающий через Челябинскую, Свердловскую и Пермскую области. Во время привалов кадеты будут учиться ориентироваться на местности, а также работать над сплоченностью коллектива. В этом году в команду вошли не только юноши, но и две девушки. Все они показали высокие результаты в учебе и спорте.